Алло, здравия желаю, Ташкент. Как дела у вас? Здорово, здорово. Блядь. Лучше не говорить. Сюда едете или как? Или еще нет? Ну да. А что, вы на этих машинах, на которых вот БВМ как будет? 4 БВМ и 6 БВшек. Что-то тут новость у нас прошла, блядь. Шойгу что-то сняли, да? Не слышали об этом? Да нет, вроде. Вот он недавно эту Амурбекову звезду вручал. Тут нахуй у нас то ли дезинформируют специально, то ли чё, блядь. Чё хотел там спросить-то по деньгам, чё как там? Хорошая новость для вас, что со вчерашнего дня ежедневно теперь будете получать 8,5 тысяч вместо доллара. 8,5 тысяч в день? За месяц, да-да-да, за месяц получите 250 тысяч. Плюс 2 оклада и плюс зарплата. Ух, нихуя себе. Заебись. А это уже все подтверждено, да? Путин в воскресенье подписал указ. А, заебись. А то у нас здесь от казняков просто вообще море, на. Я не знаю, сколько это 366 человек набрать, блядь. Там вообще все пустое, да? Да, конечно, все. Тут человек 150 отказников. Все, кто оттуда проходит, блядь, и их никто и осуждать-то не имеет права, блядь. Ну, кто второй раз захочет такую жопу, блядь?